Детей из Донбасса научили лепить пельмени. Гастрономический мастер-класс провели в Нижневартовске. Кулинарные секреты детям раскрыла предприниматель Татьяна Дементьева. Она возглавляет предприятие «Те самые вкусные пельмени». Заворачивать конвертики из теста здесь могут с закрытыми глазами. На приглашение посетить такой мастер-класс откликнулись 4 семьи из Донецка. А в роли поваров решили себя попробовать 7 детей. Кроме пельменей, на предприятии готовят вареники, манты, хинкали ручной работы по домашним рецептам. Всего около 20 наименований. В день из цехов выходит до 100 килограммов продукции. Так что, возможно, на мастер-классе по лепке пельменей в Нижневартовске не остановятся. Здесь идет не только объединение семьи, здесь и социальные навыки детей формируются. Здесь идет развитие моторики, развитие межполушарной связи соединяется. В первую очередь это социализация ребенка и приучение его к бытовым навыкам. То есть таким образом, когда дети и родители вместе лепят пельмени, потом это все переходит уже в традиции, все дальше и дальше.